только сегодня для вас на Shop&Show мы предлагаем максимально удобный, комфортный, качественный, лучший набор посуды под названием «Европейский». Сегодня действует на него максимальная скидка. И именно в этом наборе в самой большой кастрюле Олег Сотников приготовил огромный кусок мяса. Совершенно верно, друзья мои. Самый большой набор, самый правильный. 6,5 литров, самая большая кастрюля. Следующая кастрюля объемом 3 литра. Следующая кастрюля 2,2. И сковорода сотейник входит в комплекте. И также маленький ковш. А теперь давайте посмотрим. Да-да-да, одна из немногих кастрюль, где можно отправлять в духовой шкаф. Олег, не стучи, я переживаю. С этой посудой ничего не произойдет. Но давайте посмотрим для начала, как у нас, Оля, получилось вкусное мясо. Внимание на экран. Вы представляете, как идеально сочно приготовилось в сырном соусе. При этом цвет овощи не потеряли. Еще раз посмотрите, весь сок остается внутри. Вам интересно, как это получилось? Сейчас будем рассказывать. Смотрите, идеальный сок. Оля, посмотри. Боже, какое мясо! Какое вкусное, сочное! Ты знаешь, Олег, я такое видела только в ресторане. Успейте заказать. Мы приготовили на наборе посуды европейский. Олег, ну да? А на что еще способен наш набор? Давай, расскажи, вот что можно в нем еще приготовить? Рассказываю. Дело все в том, что это полная комплектация из 18 предметов, которая позволит вам готовить самые необычные блюда. Например, такие... как мясо запеченное, овощи и так далее. Внимание на экран, вот он ваш набор. Вы получаете 18 предметов, 3 кастрюли разного объема, сковороду, сотейник и все с крышками. Также вы получаете ковш, но это не все. Самое главное и редкое, вы получаете в наборе еще пароварку, сетку для фритюра, 2 бакелитовые подставки, 2 прихватки и набор аксессуаров. Это лопатка, шумовка и половник. 18 предметов. Заказывайте, количество ограничено. Итак, вся наша посуда сделана из литого алюминия, но обратите... Нет, внимание. Обратите внимание, что в каждой крышке, которая идет в наборе, встроен профессиональный термометр. То есть вы наблюдаете процесс приготовления и знаете, что рыбу при этом никогда не перетушите. Потому что она у вас готовится при температуре 120 градусов. Это тушеная рыба. Причем овощи остались идеально сочные. Курочка внутри. Ну и, конечно же, распределение тепла. Вау! Обо всем подробно расскажет Олег Сотников. Ну а самое главное, это, конечно, вкусные блюда. Вообще, ты знаешь, Олег, приготовить вкусное блюдо и не испортить продукты у меня, например, получается не всегда. Скажи, пожалуйста, да, что для какой рецепт правильного приготовления? Правильного приготовления прежде всего рецепт следующий. Нужно сначала очень хорошо разогреть до золотистой, разогреть хорошо нашу сковородку сотейник, где мы будем готовить, к примеру, ну, рыбу или мясо. Идеальная корочка вам обеспечена. Смотрите, идеальное мясо, идеальная рыба, идеально приготовленные овощи. Что может быть проще? Давайте сейчас минуточку внимания, сейчас посмотрим, как у меня здесь готовится, потому что, смотри, очень важно, я готовлю, а при этом обрати внимание, что соус, который у меня в сковородке, не пригорает, причем обрати внимание, что у меня здесь покрыто настоящим мраморной крошкой. Слушай, и при этом... Подожди, Олег, ну, пожалуйста, не царапай так вилкой, сам же сказал, здесь покрытие мраморной крошкой, а ты металлической вилкой не боишься? Нет, я не боюсь, потому что если, ну, так вот тактично делать это не очень сильно, то это абсолютно безопасно. Разогрели и готовите до золотистой корочки, до приготовления полного. Слушай, потрясающе, смотрите, какая румяная картошечка, абсолютно красивая, вкусная, и приготовили мы в сковороде сотейники. Кстати, Олег, вот ты выложил только половину блюда и огромная тарелка, а там еще осталось очень много. Если вы готовите с удовольствием на всю семью или приглашаете гостей, вот часто, знаешь, мне приходится готовить на двух сковородках. Так. Получилось достаточное количество. Ну, а вот здесь у нас какой объем? Здесь самая большая сковородка, сковорода сотейника.
сотейник диаметром 28 сантиметров. Взгляните, друзья мои, весь сок остается в рыбке. То есть идеально у нас при этом она получилась. Корочка, вы видите, у нас идеально так же получилась. Сверху я положил лимон, сверху положил помидор, чтобы сок весь при приготовлении попал в нашу рыбку, чтобы она у нас получилась более сочно. Олег, а вот ты как шеф-повар, подскажи, пожалуйста, нашим телезрителям, и мне очень интересно, вот лимон, почему всегда рыбу готовят или подают с лимоном? Во-первых, это очень пикантно получается. Во-первых, нейтрализует иногда, как всегда, как я всегда говорю, запах рыбы. Вот обычно это касается особенно речной рыбы. Речная рыба бывает пахнет. Если лимоном полить, то всегда получается также вкусно. Итак, внимание, внимание! Это целый набор посуды. Да. Называется он европейский, потому что европейское качество и европейская сборка, я бы даже сказала. 18 предметов вы получаете в комплекте. Давайте посмотрим на огромную кастрюлю. Олег, ты знаешь, вот я в больших наборах, да, во-первых, больше, чем 12 предметов я раньше не видела, а здесь 18 предметов. 18 предметов. Такую я кастрюлю Самая большая кастрюля здесь нужно приготовить, например, щи, борщи, отправить в духовой шкаф, потому что наш набор посуды обладает уникальным тем, что здесь специально металлические алюминиевые ручки. То есть вся наша посуда сделана из алюминия, толщина которого, взгляни, пожалуйста, что здесь больше 5 миллиметров. Так. Позволяет нам равномерно распределить тепло. Ну и самая большая кастрюля здесь в комплекте. Дальше. Слушай, знаешь, я что поразилась, что там нет внутри шва, да? Или он так мастерски замаскирован? Нет, это целый литой, то есть отливается из целого материала. То есть здесь цельный металл, вот такой вот используется алюминий. Его расплавляют, потом отливают при помощи такого алюминия целую посуду. Итак, вот давай кусочек. Посмотрим на все предметы, которые получат наши телезрители в комплекте европейский. Большая кастрюля с крышкой, с термометром. Да. Следующая кастрюля чуть поменьше, также имеет литое алюминий и мраморное покрытие. Маленькая кастрюлька для завтрака. Следующая у нас пароварка. Следующая у нас сковорода-сотейник, также с крышкой. Дальше вы получаете фритюрную сетку с ковшом. Также вы получаете две прихватки из силикона, лопатка, шумовка, половник и две бакелитовые подставки. Вот так, полная комплектация, 18 предметов. А еще сегодня акция. Заказывая сегодня любые товары на Shop&Show, вы получаете 300 бонусных рублей. Сделайте свой первый заказ прямо сейчас и наслаждайтесь идеальной готовкой в наборе посуды европейской. Главное то, что профессиональное качество европейское, но мы сейчас все расскажем еще подробнее. Поехали! Заказывайте, наборов ограниченное количество. Я хочу, чтобы вам обязательно досталось.